Сотрудники ГИБДД совместно с 14-м батальоном 2-го полка ДПС провели профилактический рейд. Они напомнили водителям и пешеходам правила безопасного поведения на дорогах и раздали им информационные брошюры. Подробности далее. Страдают люди из-за невнимательности водителей. Еду очень внимательно. Брошюрку вам о том, чтобы вы не отвлекались на мобильный телефон во время движения. Сев за руль, отложи телефон и переведи все внимание на дорогу. Зачастую водители забывают об этом простом правиле безопасности. Результат – дорожно-транспортные происшествия и наезды на пешеходов. Предотвращение несчастных случаев – одна из главных задач люберецких стражей дорог. Мы проводим большую работу с пропагандой безопасности дорожного движения, также привлекаем инспекторов дорожно-патрульной службы. И я могу сказать, что такие рейды действительно помогают нам снизить нашу статистику аварийности. Местом проведения рейда выбрали один из самых оживленных участков Егорьевского шоссе. Здесь интенсивное движение не только автомобилей, но и пешеходов. Инспекторы ГИБДД и с ними провели разъяснительную беседу. Пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения, смотрите всегда по сторонам, убедитесь в своей безопасности. Подобные рейды сотрудники ГИБДД проводят регулярно. В летний период особое внимание уделяют несовершеннолетним пешеходам. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.